У меня вообще сейчас есть проблема, я заметила, что у меня собака моя популярнее, чем я. Кто знает, что у меня есть? Да, собака. Его зовут Толик, кто не знает, он порода мультипу. Он очень милый, его люди обожают. Сука, его узнают, понимаете? Я как-то стояла на светофоре, у меня на руках вот так сидел Толик. Рядом стоял мужик и увидел его, говорит, это же Толик! Потом на меня посмотрел, говорит, и вы тут. Нет, Толик сам Uber вызвал. Сейчас стерео пипл, но мы реально, мы как-то гуляли по улице, подбежала девочка и говорит, господи, это же тот самый Толик, которого Антон Шастун позвал к себе в передачу «Контакты». Я говорю, да, и мы там звонили его друзьям. Рексу из сериала «Рекс», да? Бетховену из «Бетховена»,